бачок дистроза, пивчела и бутылки. Комплект гидрозатвор, кран целый, ореометр. Таблеток было на самом деле заявлено 3, пришла 1, пробки и 18 бутылок пришло. Кран, есть уплотнители 2, пивоварный рух, литр, не знаю, будет ли тут вообще видно, таблицы и как приготовить пиво. Такая вот лютая штука. А продолжение уже совсем будет скоро. Будет показано, как мы варим пиво. И, естественно, будет сделана проба. Так что как-то вот так вот. Когда на улице становится темно, и фонари закрыли свои очи, мы с другом достаем свой аппарат, чтобы наварить пивка побольше, чтобы на рыбалку брать свое пивко и угощать соседей. Мы знаем, что ты не обдрыщешься с ним, но пьяным в жопу будешь точно. Я уже пиво не хочу, я уже не напился. Так. Короче, это не тебе надо, да? Так, а ты тоже не пишешь, сколько ты срозы? Так, а можешь загугли вот это? Типа, как с ней конкретно делать? Мы рекомендуем заменить сахар в дистрозе, тоже количество. Ну, килограмм, наверное, это будет 200. Тогда да. А здесь килограмм? Нет. Наверное, да. Тогда весь его сахар. А потом по бутылкам, когда распишем, ну, надо еще тогда дистрозе. Потому что давай отсыпем и все. Зачем? Ну, в принципе, там похер, там написано либо сахар, либо дистрозе. Рекомендуется лучше дистрозе. Такую хрень вот купили. Чувствую, стараться будет дальше, чем не будем. Давай вот это, он заявил. А когда купить? А как это, надо просто кому-то декструзу заказать. Так и сейчас можно уже растворять, давай. Она как закипит, наверное. Ну, можно, наверное, сейчас. Просто потом, когда довести до кипения. Потом 10-15 минут, что наделаем на херни. Ложку. Нас за это не добанят? Ладно. Так, 10-15 минут засекаем время. 25 минут. А, кипеть здесь у нас не, да, как закипит. Сейчас мы здесь посмотрим. Так, 2 литра воды, половина воды. Растворите в воде сахар либо дистроз для получения сиропа. Доведите сироп до кипения и варите его в течение 15-20 минут. Дезинфекции сахара. Что значит дезинфекция сахара? Так, все, выключаем. Декстрозу. Получите сироп тогда. Так. Какая-то хуйня сварилась, если что-то заливать. Короче, килограмм огалы высыпали, да. Вот, 2 литра воды растворили. Бочонок наливается 8-10 литров воды. Вот сюда. Да. Так, считаем. 2. Лёха, а никто с нами не поехал. Лёха, не может. Меня уже скинули полностью. Нет, ну ты же сказал, не пою. А там как будто, знаешь, это, с пупка шерсть. Не, вот это чисто, это что-то остаток. Так, заливаем, правильно? Не размешиваем. Сейчас здесь 12. Затем добавляем приготовленный сахарный сироп, все это перемешиваем, затем добавляем пивной сусло из банки. И все, и еще раз перемешиваем. С крышки будем слизывать? Да, там типа слизь. Ты че, блядь? Смаки, давай ложку.
Все, выливаем? Давай. Это темное пиво, да? Прибавится литр, да? У тебя же там горячее. Да? 26 уже раз. Слышишь? А должно быть сколько? 18-24. Так у нас уже до хера. Так мы сейчас же будем холодную воду попутку. Это для дрожжей надо такое. 18-24. Херню, если честно, пахнет поначалу. Едит колотить. Что творится-то? Так, 27 градусов. Теперь разбавляем все холодной водой. Ну там пол с подогревом оставили. Там пол с подогревом, да. Вот какой-то, помнишь, на рыбе можно ставить? Санили? Можно пить или, да? Ну вот, по-моему, 20 литров тоже есть. И закрыть, да? Задрочить. Гидроклапан? Да, сейчас этого... надо гидроклапан воду брать. Все, закрываем плотно крышкой. Давай. Блять. Наоборот. Че? Как его? Давай, у нас все нормально, все чисто. Дезинфицировано полностью. Приму участие. Не закрывается, блин. А была закрыта? Изначально. Вот, Денис, и потом придешь ее открывать. Сейчас. Гидроклапан воды. Вот он. Так, воды снять на ней. По-моему, потом крышка открывается. А ты не вставляй, что дальше? Ты его не вставил. Он весь вставляет. Да. Поглубже. О. Все, здесь. И включаем плиту. На полную нахуй. Сколько 21. Пердешь. А надо его разве за... не надо? Все, туда относим. Ты за ту? Ты за эту, я за ту. Я... Сюда водичка перелилась из этого крака на другое место. Ну, дольем. Давайте, пацаны, удачи! Так, прошло 12 дней. Сейчас будем разливать наше пивчело. Дрестовуху. Наша дрестовуха приготовлена. Плотность нормальная, да? Вроде как пузырится хорошо. Ты, блядь, вообще не в ту степь полез. Чем пахнет? Говной. Говной воняет? Говной. Ну-ка давай. Так, подожди, наверное, надо, чтобы пена спасла. За стакан нанесли. Потому что цвет, да. Походу, такой же сделали. Не думаешь? То есть ты хочешь сказать, что там на заводе тоже куча долбоёбов есть такие? Возможно, их там... Ну, бля, я не знаю, он подлит еще. Ну давай еще подождем. Давай. Ну я не знаю, правда оно, не правда пока. Где-то 9. Где-то 10 и где-то 9. Что за херня? Ну. Типа процент сахара, сколько он тут? Пятерку. Может, все-таки 5, а это 5? Да не, Грек, он даже наверх. Это немного что изменило. Где-то 9.
Подожди, может у тебя есть 5? Подожди. Это сахар. А, это сахар. А то обороты. Все правильно. Как и в пиве идет, там сколько-то 11, а этот как и 4,5 примерно. Вот, наверное, так и есть. Это 4,5 получилось вот там. Ну, это 9 оборотов. 9 оборотов. Там как-то формулу надо вычислять. Давай это херня, не будем заниматься. Воду уже разлили, все, нахер. Насыпали ложечку. Сейчас пойдет вторая. Алколожечка. Ты сколько, прям с горки насыпал? Да нет, наверное, она половина высыпалась. Давай по науке, как ты прочитал, так и делаем. Тварь, да? Да. Что скажешь? Хуйдище. Мы умеем. Итак, шел 5-й час разлива. Сколько нам выпить предстоит еще впереди? Это будет сложная работа. Ну, не совсем. Все бутылки выкинем, да? А, не, ну Никитосу отдадим, пускай пьет. Пускай там вся общага обосрется. Ну все, нахер. Здесь розы. Кстати, нормально так. Нахуй на бутылок смотришься. Игорёк где-то читает, там пишет отзыв мужик, типа говорит, нихера, у меня даже брага, говорит, вкусная получилась. Нет, оно еще не готово, но вот по вкусу брага уже изумительно. Я такой пробую, какая пита. Бля, какая пена. Ну, пахнет так себе. Балтика, найдите меня. Рекламодатели, да? Разливаем свое пиво. Ну, пена, смотри, да. Пена как настоящая. Плотная. Плотненькая. Ты, блядь, вообще не чувствуешь. Вообще не знаю, как принимаешь. Говорят, мне, сука, нахуй. Ну, мне, блядь, стыдно. Чтоб не обосраться. Чтоб не обосраться, точно. Дристовуха. Дристовуха. Я потом тоже попробую. Слушай, ну как-то... Очень крепко. Оно не крепкое. Это... Попробуй. Как горчинка. Дристовуху. Сейчас. Очень сильная горчинка. Ну, надо, чтобы она еще постояла, еще горчит. Так оно и будет горчить. Вот так вот? Да. Да, оно вообще горько. Да это, скорее всего, из-за того, что мы 20 литров налили, а не 20 литров. Ой, да. Как темное пиво. Как темное, да. Это как темное. Это темное пиво. Только оно называется Black Rock. Black Rock. Найдите меня. Балтика, найдите меня. Не, Игорек, подождем еще. В целом пиво получилось хорошее, с приятной горчинкой. Крепость составила около 5 оборотов. Рекомендуем к употреблению. Лайк, подписка. До свидания.